Если смотреть на город с моря, то площадь перед заливом похожа на театральную сцену, север ее ограничивает сплошная линия застройки. Большей частью это здания официальных учреждений. С началом строительства столичного Хельсинки здесь формируется парадный морской фасад города. Первым в ряду зданий стоит президентский дворец, внушительное здание в стиле классицизма с колоннами и оградой перед ним. С помощью генерал-губернатора Берга в Хельсинки был приглашен академик архитектуры Горностаев, известный своими постройками на Валааме. Горностаев выбрал для строительства храма скалистый мыс на острове Катаянока. Постройка обошлась в 223 тысячи рублей, и почти вся эта сумма была собрана благодаря пожертвованиям, в основном из России. Квадратный в плане собор возведен в русско-византийском стиле, его венчают одна большая глава над шатром и 12 малых главок. Снаружи здание красного кирпича высотой 51 метр украшено колонками, карнизами, рельефами, что придает силуэту живописность. К входу в собор ведет крыльцо с тремя спусками, поддерживаемое двумя гранитными колоннами. Внутри собора главный шатер опирается на четыре колонны, высеченные из местного гранита. Арки и своды покрыты росписью. Иконы резного двухъярусного золоченого иконостаса написаны в Петербурге академиком Шельцовым на полотне по золотому фону. Пол выполнен из полированного гранита. Роскошная утварь была пожертвована купцами. Храм был освящен 13 октября 1868 года во имя Успения Божьей Матери. В феврале 1915 года собор посетил император Николай II. Сегодня собор принадлежит Финляндской Православной Церкви, является кафедральным собором Гельсингфоргской епархии и главным храмом одноименного православного прихода. Собор дал второе название Хельсинки, белая столица Финляндии. Перед собором – памятник императору Александру II, слева – здание университета, справа – сенат. Кроме них вокруг площади концентрируется такое количество государственных, муниципальных, церковных и академических учреждений, что Сенаатори можно считать не только сердцем Хельсинки, но и представительским центром всей страны. Когда в 1812 году Александр I провозгласил Гельсингфор столицей Финляндии, это был маленький деревянный городок при Свеоборгской крепости. Решено было строить не просто город, но в соответствии с имперскими амбициями, великолепную столицу Великого княжества Финляндского. В 1816 году главным архитектором комиссии Эринстрёма по строительству Гельсингфорса был назначен Карл Людвиг Энгель. Он родился в Берлине, получил образование в Берлинской академии архитектуры, но на родине применения своим творческим силам не нашел. Энгель переезжает в Россию и работает сначала в Таллине, а затем в Петербурге. Он был восхищен произведениями мастеров русского классицизма, собирался писать книгу об архитектуре Петербурга, но будучи приглашен строить финскую столицу, смог воплотить свои архитектурные пристрастия, создав важнейшие ансамбли, которые до сих пор определяют облик Хельсинки. Созданием финской столицы Энгель занимался до конца своих дней.
Под его руководством было воздвигнуто более 600 жилых домов, он спроектировал в Хельсинки свыше 30 общественных зданий. Император Николай I оценил труд Энгеле, представляя его императрице, немке по происхождению, сказал: «Ваш соотечественник, наш архитектор, который построил этот город». В результате трудов Энгеле Хельсинки стал уникальным для своего времени законченным произведением искусства. Иногда Хельсинки называют «маленьким Петербургом». Господство в архитектуре того времени стиле классицизм, пристрастие Энгеле, а также личный вкус императоров Александра I и Николая I, утверждавших проекты, привели к тому, что центр Хельсинки действительно похож на центр Петербурга. До 70-х годов века, пока Советский Союз был достаточно закрытой страной, западные фильмы, если действие предполагалось в Петербурге, снимали в центре финской столицы. Петербург и Хельсинки роднит еще и то, чтобы города были построены практически с нуля, и в кратчайший срок превратились в блистательные столицы с роскошной архитектурой. В маленьком деревянном Хельсинки начала 19 века созданные Энгелем архитектурные ансамбли казались несоразмерными, преувеличенными. Жители Хельсинки шутили по этому поводу, что маленькому человеку шили слишком просторную одежду.